Детям войны, ровесникам Гагарина, снова отказано. Общество. 25 января 11 детям войны, ровесникам Гагарина, снова отказано. 21 января 2020 года в День памяти В. И. Ленина в 16 часов был рассмотрен законопроект о детях войны, внесенный фракцией КПРФ, выступивший с докладом депутат. Председатель ЦСОО «Дети войны» Н.В. Арефьев сделал последнюю попытку склонить фракцию «Единая Россия» к принятию этого долгожданного закона. Но фракция была неумолима, и за закон проголосовали только оппозиционные депутаты в составе 103 человек. Представляем доклад Н.В. Арефьева на заседании Государственной Думы. Уважаемые коллеги! Неделю назад в этом самом зале был принят закон на присуждение звания «Город трудовой славы городам» которые во время войны внесли максимальный вклад в победу над фашизмом. Проголосовали все за, и это правильно и справедливо, но вот проголосовать за тех, кто эту славу создал в годы войны, осмеливаются только оппозиционные депутаты. Где же справедливость? Городам слава, а людям в городах нищенское существование, за то, что они эту славу создали. Ради справедливости нужно отметить, что в годы войны рабочих рук не хватало, и на работу принимали добровольцев в детей нетрудоспособного возраста. Это они стояли на снарядных ящиках из-за малого роста у токарных станков и точили снарядные гильзы или шли за сахой на не опустевших колхозов. Это им пришлось восстанавливать разрушенное войною хозяйство, осваивать целину, Сибирь, атомную энергетику и космос. Юрий Гагарин был ребенком войны, детьми войны были и все первые космонавты. Только детям войны досталась минимальная пенсия, а доходы от того потенциала, который построили дети войны, достались с воровской шайки. Сегодня только 8% нефти добывается из новых скважин, а 92% из скважин, построенных детьми войны. Кому достается это богатство? За 2019 год число долларовых миллиардеров России увеличилось с 74 до 110 человек число долларовых миллионеров составило 240 тысяч человек, а 3120 человек довели свое состояние до 100 миллионов долларов. Коммунисты в декабре представляли закон о прогрессивном подоходном налоге и на сверхдоходы, но Единая Россия не поддержала законопроект. У их идеологии цель другая – богатые должны богатеть, а бедные должны дойти до обнищания. Шестой год падает уровень жизни населения, но им и горя мало. Сегодня в России 8 человек миллиардеров владеют состоянием, равным сумме годовой пенсии 42 миллиона пенсионеров. Только вот пенсионеры и дети войны не только доведены до нищеты, их еще облагают дополнительными налогами и поборами. Только за последние годы дети войны стали платить ОДН за капитальный ремонт, за ТСЖ, а сегодня предлагают платить еще и за самозанятость. Налоги и жилищно-коммунальные платежи отбирают половину пенсии, вторую половину отбирают лекарства. На питание и одежду денег нет. В законе прописано положение о бесплатном медицинском обеспечении детей войны в соответствии с Конституцией РФ. Однако правительство единороссов утверждает, что у нас бесплатное лечение в соответствии с федеральным законом. Но Конституция и закон по-разному трактуют эту бесплатность. Ну, многие депутаты Единой России имеют двойное гражданство и, возможно, путают, где лечение бесплатное, где платное. Зайдите в любую московскую поликлинику и около регистратуры вы обнаружите преискурант платных услуг. К тому же депутатам от Единой России надо бы заглядывать в бюджет в котором четко отображено, что платные услуги здравоохранения составляют половину их годового финансирования, а именно 3 триллиона рублей, которые откачиваются из тощих кошельков, в том числе детей войны. Стыдно. В Евросоюзе и побежденной Германии пенсии в 10 раз больше, чем в России. А у нас на питание бездомной собаки правительство выделяет 5500 рублей в месяц, а на детей войны денег нет. Чем же провинились победители, что их содержат хуже, чем бездомных собак? Здесь единорос, депутат от Липецкой области МВ. Тарасенька брызгал слюной, возмущаясь с трибуны, что подобные сравнения позорят нашу страну и льют воду на мельницу наших врагов. Однако позором является не это сравнение. Позор нации – это доведение народа до нищенского состояния. Позор – это дети войны, копающиеся в мусорных баках. Не может народ жить в полной нищете при жиреющих олигархах и огромных нефтегазовых доходах, отправляемых правительством за границу. На кого вы работаете, господа единоросы? Ясно, что не на российский народ. Правительство по существу не привело никаких доводов против закона. Недостаток денег в бюджете никто не упоминал, но он витал в воздухе во время обсуждения. Да и стыдно говорить, что нет денег. Если 8 триллионов изъяли из бюджета и отправили друзьям за границу, а на детей войны даже 35 миллиардов найти не могут. К тому же с каждым годом уменьшается число участников войны и тружеников тыла, а это родители детей войны. Затраты на их льготы уже приближаются к нулю. Так отдайте деньги, которые шли на оплату льгот родителям и детям, это будет и справедливо, и правильно. Стыдно сказать, но в прошлом году из-за повышения пенсионного возраста на пенсию не вышли 355 тысяч граждан, но и эта экономия никак не отразилась на благосостоянии людей. Да и не в деньгах дело. Фонд национального благосостояния был создан для дотации пенсионному фонду при недостатке средств. Но никогда из этого фонда пенсионерам ничего не доставалось. Сегодня его средства 8 триллионов рублей отправлены за границу, а для детей войны денег нет. Олигархов за рубежом, попавших под санкции, освободили от уплаты налогов в российский бюджет. Олигархов в российских офшорах освободили от всех видов налогов и платежей, а это триллионы рублей. Олигархию в-вторых, территориях опережающего развития, тоже освободили от налогов. А вот детей войны освободить от платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах никак нельзя. Мерзко. Гадко в год 75-летия Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне так обидеть людей, которые на своих плечах вынесли бомбежки, непосильный труд, утрату родных и близких. Разве можно назвать людьми тех, кто нажал кнопку против этого закона или просто не нажал ничего, чтобы скрыть свое звериное обличие, прикрытое депутатским мандатом? Стыдно. 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 Н.В. Арефьев, председатель ЦС Организации «Дети войны», депутат Государственной Думы.